знаю. Вопрос к ведущему. Меня интересуют школы для детишек, где уроки преподают на русском языке, чтобы дети не забыли совсем русский язык. Ну, это же от местности зависит. У нас вот тут, на местности, вы не забудете. В смысле, ваши дети не забудут. Во-первых, есть просто русские сады детские. Во-вторых, есть детский театр, есть кружки всевозможные. То есть настолько много возможностей. Ну и плюс вы же с детьми должны разговаривать тоже. То есть, если вы будете этим заниматься, дети язык не забудут. Вот у нас внучка сейчас 6 лет, вот она до 5 лет ее додержали в русском детском садике, она, ну иногда, там, может быть, там по чуть-чуть, но в общем и в целом она совершенно четко разделяет. Она в скайпе с бабушкой, вот бабушка в Белоруссии живет, она с ней разговаривает, она говорит, бабушка не знает по-английски, не может, вот, да, с ней она говорит по-русски. Вот так и говорит, и пишет даже там какие-то каракули, там печатные буквы. Так что я пока, я не знаю. Я видел массу детей, которые забыли язык, это правда, но это обычно, когда родителей нет сил этим заниматься. Это да. Есть очень много, у нас тут есть очень много ресурсов, очень-очень много. У нас есть спортивные школы, у нас есть лагеря такие, вот куда можно ребенка отдать, там, по недельной основе. И там люди, которые чемпионы олимпийские, чемпионы мира, Европы по гимнастике, по плаванию, они там и плавают, и отжимаются, и прыгают, и скачут, и слово по-английски сказал, там лишнее отжимание. Такие тоже есть.